Саратовские специалисты просят Министерство строительства страны учесть все замечания при реформировании законодательства в сфере ЖКХ. Об этом они заявили на Всероссийской конференции органов государственного строительного надзора субъектов России, которая состоялась в Саратове. Региональные специалисты предложили ряд нововведений и поправок в действующие законы в сфере строительства. Так, необходимо регулировать вопросы о регламентации и контроле сезонных работ. По мнению специалистов, они не имеют законодательной базы. В распоряжении есть лишь некоторые нормы СНИП, а от соблюдения элементарного температурного режима зависит качество возведенного строения и в дальнейшем жизнь людей. По словам министра ЖКХ региона, конференция призвана поднять наиболее острые проблемы в сфере строительства. Ну для чего все это делать? Конечно, в первую очередь, чтобы в перспективе повлиять на исполнение и внесение изменений в законодательство Российской Федерации, областное законодательство, чтобы на выходе подходы для решения проблем строительного надзора, улучшения в первую очередь качества, обеспечения безопасности проживания граждан. Во Всероссийской конференции приняли участие представители органов государственного строительного надзора из 42 регионов страны. По итогам этой встречи будет сформирован пакет законодательных предложений, который должен поступить на рассмотрение в правительство России и в Государственную Думу.